Всех приветствую. У меня появились силы на то, чтобы сделать видео по Джо-Джо. Коротко о том, как работает Эхос, Акт 1. Акт 1 вылупляется из яйца. Акт 1 не имеет личности, но при этом он подчиняется всем приказам обладателя стенда. И иногда делает звук, похожий на рычание. Способность. Эхос Акт 1 может написать что угодно на поверхности или человеке. Если то, что написал Эхос, имеет звукоподражание, то создается звук, связанный с рассматриваемым звукоподражанием. А также оно может влиять и на состояние ума. Пример.